Урок добра провели сотрудники фонда помощи бездомным животным «Умка» для воспитанников хоккейной академии клуба «Адмирал». Екатерина Кириллова, директор «Умки», подчеркнула, что все желающие могут приехать в фонд и познакомиться с его воспитанниками, поиграть с ними и, возможно, выбрать себе четвероногого друга, которому захочется подарить дом. Очень рада, что крупные школы, крупные спортивные организации заинтересованы в том, чтобы воспитывать в своих учениках вот это вот гуманное, бережное отношение к тем, кто дома, домашним животным, к тем, кто еще на улице и, к сожалению, кому не так сильно повезло. Юные спортсмены не только узнали о работе волонтеров и как они могут помочь брошенным кошкам и собакам, но и познакомились с четвероногим другом фонда с собакой Аймой. А как отметила помощник главы Владивостока Яна Красицкая, есть замечательная фраза: научившись уважать животных, ты научишься уважать и людей. Поэтому культуру отношения к четвероногим, как и любые другие ценности, необходимо формировать с детства. Важно и дальше поддерживать инициативу наших зоозащитников в проведении уроков добра в школах. Взаимодействие с животными развивает у ребенка эмпатию, и впоследствии он будет сопереживать не только животным, но и людям, особенно тем, кто слабее его. Анна Дьякова, новости на Восьмом.